Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И хотя за окном пока еще зима, снег и очень, в общем-то, холодно, хотя не так уж холодно, тем не менее весна уже не за горами. А это означает, что мы с вами уже скоро сможем нарядиться, потому что уже надоели эти пуховички, эти не пойми какие шапки, шарфы, когда мы не можем думать о том, как бы самовыразиться, а думаем только о том, как бы утеплиться. И, кстати, у меня скоро на канале выйдет видео, которое я вынашиваю очень давно, которое я, ну, условно назвала, не знаю, как точно назову, но как бы омолаживающие вещи в гардеробе. И я выбрала 10 таких вещей. Когда я подготовлюсь полностью и сниму этот ролик, я его анонсирую, и вы увидите. Надеюсь, вам понравится и будет интересно. Это будет, конечно же, исключительно мое видение, но, тем не менее, многим из вас, я думаю, понравится. Ну, мне так хочется, во всяком случае, думать. А сегодня я решила поговорить о пальто, потому что пальто я не внесла в список 10 омолаживающих вещей своего гардероба. Но, тем не менее, пальто – это вещь, в которой мы ходим, я не знаю, 9 месяцев в году. И пальто сейчас настолько разнообразные. Они бывают теплые, прохладные, почти не греющие, очень модные, яркие, темные, длинные, короткие, с капюшоном и без капюшонов. В общем, их огромное множество. Вы знаете, я поймала себя на мысли, что вот лично у меня их много, но все время не хватает. Например, когда ты идешь в театр и надеваешь удлиненное платье, ты понимаешь, что это пальто короче, это не подходит по цвету. И вы знаете, оказывается, в этом мире существуют концертные пальто, то есть те пальто, которые можно накинуть и выйти в свет. Но об этом я вам расскажу чуть позже, а сейчас я хочу сделать объявление. Вы помните нашу Ярославу, дизайнера из Милана, которая имеет свой бренд, свою марку, которая называется Dilioni, и каждый год она радует нас новинками, новинками пальто оригинальных из великолепных натуральных итальянских тканей, разнообразных фасонов. И что самое главное, это абсолютно трендовые вещи, как по цветовой гамме, так и по посадке, по крою. И вы знаете, что у меня уже есть 2 пальто от Dilioni, и теперь у меня появилось еще 3-е пальто, которое я вам обязательно покажу в конце этого видео, а аутфиты, которые я с ним составила, я покажу в следующем видео. Но для тех, кто давно хотел что-то такое, я напоминаю, что вы можете связаться с Ярославой, все ссылочки и координаты ее я оставлю в описании под этим видео, и обсудить конкретное пальто, которое вас интересует. Вы можете выбрать материал, цвет, обсудить особенности своей фигуры, прислать мерки, и производство Ярославы вам сошьет такое пальто и вышлет по любому адресу. Это уникальная, насколько я знаю, система. Нигде такого больше не встречала, во всяком случае, когда вам в Италии отшивают пальто именно по индивидуальным меркам. И к тому же это стоит абсолютно адекватных денег из великолепных, лучших тканей Италии. Я считаю, что это уникальная возможность. Но и это еще не все. Ярослава приезжает на выставку, и в Санкт-Петербурге с 1 по 4 марта в СКК, ну, многие уже посещали этот стенд, где Ярослава продает свои пальто, а также сопутствующие аксессуары в виде шарфов, тоже марки Dilioni.
И вы сможете вживую потрогать, примерить и, если вам что-то понравится, приобрести. Поэтому в СКК с 1 по 4 марта Ярослава лично вас ждет. Если вам что-то понравится, но, например, не подойдет цвет, ткань или не будет вашего размера, вы сможете договориться с Ярославой об индивидуальном заказе. И она также вам пришлет такое пальто, соответственно, по вашему адресу. Вот. Ну, а сейчас посмотрите лукбук, который мне прислала Ярослава. Там новинки, естественно, как основу таких выкроек. Все очень, я не знаю, мне понравились абсолютно все, мне захотелось все. Единственное, что некоторые просто мне, может быть, по конституции, по моей фигуре не подойдут. Но большинство пальто очень универсальны по именно своей посадке на практически любую фигуру. Ну, смотрим. Мне очень понравились. И, дорогие друзья, те, кто не сможет приехать в Петербург, побывать на этой выставке с 1 по 4 марта в СКК, вы можете написать Ярославе и обсудить понравившуюся вам модель, насколько, как, чего и что. Ярослава работает в том числе и индивидуально со своими клиентами. Ну, а сейчас я покажу вам пальто, пока подержу интригу в смысле аутфитов, чуть позже их сниму, но посмотрим, как мне пришло это пальто. Для начала, вы не поверите, но я получила вот такую шикарную сумку. Сумку-мешок, который можно использовать, кстати, и как шопер впоследствии. А дальше само пальто было запаковано вот в таком роскошном чехле. Вы только посмотрите, его можно так потом и летом будет хранить. И вот тоже марка, бренд. Вот, Дионисимо Милано, про Дионисима, вот, так что сейчас, наконец, та-да-дам, я вам покажу пальто. Итак, это концертное пальто, оно, знаете, просто из шикарного черного, я не знаю, это как будто альпака с шелком или еще какая-то ткань такая, знаете, она просто нежная, шикарная, ее можно, вообще, это пальто можно использовать как просто, видите, оно длинное, очень длинное, то есть, в общем-то, платье любое может, платье может быть любой длины, просторное, то есть, соответственно, платье тоже может быть любого фасона, любого кроя, видите, даже жакет, я думаю, войдет, потому что вот пройма достаточно большая, сзади здесь есть хлястик, и это пальто без подкладки, то есть вы просто его накидываете, даже можно как кардиган, естественно, не обязательно его носить на выход в театр, в Петербурге бывает и
иногда и летом можно такое надеть. Поэтому я очень благодарна Ярославе. Это потрясающий фасон, потрясающая ткань, потрясающая работа итальянских мастеров. Вот. И по дизайну нашей любимой Ярославы, которая, ну, знает, понимает именно потребности наших женщин, которые все-таки живут в другом климате, отличном от итальянского, которые имеют немножечко другую конституцию, фигуры, объемы. И Ярослава, мне кажется, уже тоже за вот эти годы, которые мы с ней знакомы, тоже немножечко изменила свою концепцию и стала делать свои пальто более, что ли, носибельные именно в нашем климате, достаточно прохладном. Так что вот такие вот новости. Ну, аутфиты я вам приготовлю и покажу чуть попозже. Это, в общем-то, то, что я хотела сказать. И еще одно маленькое объявление, но я, конечно, потом анонсирую более, так сказать, обстоятельно. Это что совсем скоро, дорогие друзья, выходит моя коллекция. Я ее, вы знаете, не то что в муках рожала, но она у меня просто вот как какой-то фонтан из меня просто, я не знаю, это чудо просто, цветовые решения. Знаете, она в этот раз у меня такая, как бы лаконичная. То есть там нет таких наворотов, монет, еще там каких-то. Она узнаваемая, моя по стилистике. Пока не буду говорить, как она называется, у нее очень будет неожиданное для вас название, но я все обосную. И каждое колье будет иметь свою историю, почему именно так я сочетала эти бусины, почему я их сделала именно такой длины, почему я выбрала такую фурнитуру, почему я назвала именно так и с чем это ассоциируется. Итак, совсем скоро выходит моя коллекция Solamente, которая называется, а не скажу как, просто она будет весенняя. И я вас уверяю, эта весенняя коллекция будет заряжать ваши батарейки как будто бы солнечной энергией, потому что все это будет присутствовать в ней. Ну все, дорогие друзья, увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока! И с 1 по 4 февраля, напоминаю, Ярослава ждет вас на выставке в СКК в Санкт-Петербурге. Ну, а те, кто не сможет, проходите в ссылочке в описании, связывайтесь с Ярославой, и вы сможете заказать себе индивидуально любое понравившееся вам пальто.